Интерактивные праздники для юных жителей муниципалитета прошли в Одинцове на Солнечной улице, поселках Горки-2 и Назарьево. В акции «Новый год во дворе» приняли участие одинцовские единороссы, а дети играли в традиционные зимние игры, водили хороводы вместе с Дедом Морозом. Как отметил депутат окружного совета Владимир Веницкий, традиционно партия «Единая Россия» принимает самое активное участие в организации зимних активностей для жителей нашего муниципалитета. Целевой аудиторией программы «Новый год во дворе» являются дети. Специально для них будут проведены праздники на открытом воздухе с играми, конкурсами, хороводами.